Ребята, привет. Вчера у меня был день рождения. Решил отпраздновать в узком семейном кругу. Без всякого. Пошел в магазин, купил бутылочку вина. Купил бутылочку коньячка. И всеми мыслями о своем дне рождения всем забыл попросить, чтобы мне сняли сигнализацию с бутылки коньяка. Вот. Сегодня я отработал. Сегодня могу позволить себе рюмочку коньяка. Долго париться не буду, так как нет смысла. Дома у меня такая посудинкина, такие посудинки нашлись, сеточка и это. И, конечно, как у старого бывшего строителя, нашлась бутылочка пустая из пластика. Ну, соответственно, нашелся у меня молоток. Вот и все. Никаких геморроев, никаких там высокотехнологических решений вопроса я не стал искать. Я поступил очень так быстро, оперативно, и у меня все получилось. Вот посмотрите. Главное приготовиться, а остальное ничто не пропадет.